Пожалуй, нет ни одного фаната хай-фай акустики, который бы не слышал о британской компании KEF. Если все же есть те, кто впервые о ней слышит, то постараемся устранить это недоразумение и ознакомим вас с ключевыми моментами в истории предприятия, фирменными технологиями и попытаемся разобраться, почему ее основателя называют отцом хай-фай. Родился Раймонд Кук 14 февраля 1925 года. С самого детства он любил музыку и уже в восьмилетнем возрасте начинает осваивать игру на скрипке и виолончели. Его молодость приходится на годы Второй мировой войны, поэтому пришлось отслужить в вооруженных силах Соединенного Королевства радистом на авианосце, где он даже успел создать кружок любителей классической музыки и за свой счет приобрел дорогостоящую аппаратуру. После службы получил высшее образование, окончив Лондонский университет по специальности электротехника. Трудовой путь Раймонда начинается в компании Philips, затем он переходит в Департамент разработок корпорации BBC на должность инженера-конструктора влившись в коллектив высококвалифицированных специалистов по технологиям магнитной записи. Будучи еще студентом, Кук выступает в качестве редактора книги Гилберта Брикса «Громкоговорители», основателя и владельца компании Warfdale. Проработав год на BBC, Раймонд Кук решает перейти в Warfdale, к тому времени ведущему британскому производителю динамиков. За пять лет он прошел путь от рядового специалиста до технического директора и занимался не только разработкой преобразователей, но и реализовал разнообразные аудиоинсталляции, позволившие расширить круг знакомств. Например, во время работы над системой озвучивания лондонского Royal Festival Hall он сотрудничает с еще одним легендарным аудиоинженером Питером Уокером из компании Quad. Влиятельные знакомства очень помогли в дальнейшем, особенно на начальном этапе. Сама же история компании начинается с далекого 1961 года в административно-промышленном и торговом центре графства Кент в городе Мейдстоун на территории литейного цеха, уже приходящей в упадок компании Kent Engineering and Foundry. Она специализировалась на производстве, ремонте сельхозтехники и растительных машин. Основателями новой компании были Раймонд Кук и собственник производственных помещений Роберт Пирч. Наличие разнообразного оборудования на территории завода существенно сэкономило стартовый капитал. В 1959 году Рэнк Organization выкупила Воргудейл. После корпоративных изменений Кук решил начать воплощать собственные идеи в жизнь. Доподлинно неизвестно, что повлияло на желание создавать инновационные динамики с использованием самых современных достижений науки и техники. Вариантов может быть несколько. Невозможность реализовать свои самые смелые и революционные проекты в фирме Workday, по утверждению самого Кука, Гилберт Брикс был далек от науки и инженерии и недоверчиво относился к ученым. Анализ негативного опыта Роберта Пирча о важности передовых технологий в конкурентной борьбе. А возможно в BBC поднимался вопрос о плохой устойчивости бумажных диффузоров к изменению атмосферных условий во время полевых работ на передвижных студиях. С первого дня компания KEF становится пионером в использовании современных синтетических материалов для производства диффузоров, поскольку они обладают рядом преимуществ над целлюлозой. Здесь нужно сделать небольшое объяснение для лучшего понимания. Диффузор к определенной частоте, называемой критической, либо частотой резонанса диффузора, колеблется как единое целое, то есть имеет абсолютную жесткость. Такой режим излучения называют поршневым. При превышении критической частоты диффузор теряет жесткость, и излучение звука осуществляется отдельными участками, образующимися на его поверхности. Если большинство из них будет колебаться в фазе, тогда на графике АЧХ по звуковому давлению это будет отображаться пиком. В противном случае будет провал. Такой режим излучения называют зонным, и на графике АЧХ он будет обладать большой неравномерностью. Критическая частота пропорциональна толщине диффузора, скорости звука в материале и обратно пропорциональна площади, хотя к реальному диффузору правильнее относить длину образующей. Добротность резонанса имеет обратную зависимость от коэффициента демпфирования материала. При проектировании АЭС высокой верности воспроизведения очевидным становится выбор материалов диффузоров и частот разделения полос, позволяющих работать головкам в поршневом режиме на всем диапазоне или, по крайней мере, чтобы он простирался как можно дальше. Но в тех годах монополию занимала целлюлоза, и работы велись только в направлении поиска наиболее подходящего сырья для повышения прочности и жесткости. Старались также оптимизировать толщину и длину волокон. Саму же толщину диффузора нельзя было безгранично наращивать, ведь с ней рос вес. Перестроить производство крупной компании довольно сложно, тем более, когда идут успешные продажи. Зато новичку никаких проблем в этом нет, кроме финансовых. В решении последней помогла заинтересованность исследовательского центра BBC в качественных динамиках. Еще одним серьезным источником поступления была продажа головок другим производителям. В таком случае можно избавиться от устаревших или неудачных для своих изделий динамиков. КЭФ поставляла драйверы таким компаниям, EMF, Rogers, Selef, Monitor Audio, Sonus Faber, Wilson Audio, Lean Product. Итак, всего за год была разработана и представлена первая акустическая система К1, в которой диффузоры НЧ и СЧ головок были изготовлены в вакуум-формировочной машине из полистирена и алюминиевой фольги, а купол ВЧ-головки из Мелинекс. Другие названия Майлар и Хастафан. Прямоугольная НЧ-головка размером 18 на 14 дюймов имела плоский диффузор и устанавливалась длинной стороной вертикально с целью уменьшения ширины агрегатов. Благодаря этому удалось попасть в другую налоговую категорию. 110-литровый корпус. Необычный НЧ-динамик. Лучшие качественные показатели относительно конкурентов сыграли ключевую роль в доверии к новому игроку на рынке. Благодаря старым знакомствам на презентацию были приглашены самые авторитетные профильные журналисты. Важной в популяризации бренда была также и продажа кит-наборов. Следующей разработкой была двухполосная модель K2 Celeste. Именно ее называют первой компактной Hi-Fi-системой. Небольшие габариты и глубокий бас для такого типа размера принесли коммерческий успех молодой компании. В 1966 году поступает крупный заказ на модель Monitor LS51A, а за ней появляется модель LS35 с 5-дюймовым NCSC динамиком, диффузор которого изготовлен из бэкстрена, запатентованный тип сополимера полистирола. Именно на этом материале в истории компании акцентируют внимание, что впервые удалось добиться стабильности параметров независимо от перепадов температуры и влажности. Правда, материал из-за плохого демпфирования в его структуре формировал специфический призвук, поэтому пришлось его маскировать с помощью фильтра. До конца непонятно, какова была последовательность в разработке. Или BBC формировала требования для производства динамиков, или по готовым моделям динамиков исследовательский центр BBC пытался улучшить стандарты. Но в результате на каждую модель мониторов была подробная техническая спецификация с допусками, и она передавалась с лицензированным производителем. Точно можно лишь утверждать о значимом влиянии корпорации и ее подходах к акустике на рынок Hi-Fi. В 1970 году Кев получает свою первую королевскую награду за экспортные достижения. Вторая награда была получена в 1975. -м. В начале 70-х годов на производстве внедряется система компьютерного контроля и проектирования. Это позволило говорить о точности подбора пары динамиков для АС с отклонениями в 0,5 дБ. Звучит солидно, однако при объеме производства в 10 тысяч динамиков за неделю в такое верится с трудом. Еще одним аргументом для нашего утверждения будет фото с производства лет через 20. При увеличении масштаба на нем виднеется коридор с пределами допуска более 5 дБ, и отклонение может быть разным в начале и конце диапазона. Тем не менее, продуктом компьютерных технологий становится модель 104, и она дает начало линейке Reference. В 1977 году в свет выходит модель Reference Series Model 105 с раздельными секциями под каждый диапазон, с использованием фильтров линквица Райли четвертого порядка. Важным шагом в закреплении статуса мирового лидера стал Эдинбургский фестиваль 1980 года, где исполнялся шедевр «Тедеум» Гектора Берлиоза в зале Ашер Холл. Необычность заключалась в трансляции корпорации BBC органной партии, которая исполнялась в соборе Святой Марии на 36 систем КФ Reference 105.2, расставленных в основном зале. После концерта Эндрю Клеменс писал: в Financial Times: Закрыв глаза, невозможно было даже представить, что орган и оркестр не находятся в одном зале. Может, это была скрытая реклама? или просто эмоциональный отклик на результат сотрудничества КЭФ и BBC. В 1988 году компания представляет технологию UniQ. Благодаря использованию неодимовых магнитов удалось уменьшить габариты ВЧ-головки, и теперь ее можно было разместить на полюсном наконечнике НЧСЧ-драйвера. В таком исполнении АЭС приближается к точечному источнику звука и позволяет избежать лишних интерференционных провалов на диаграмме направленности. Эта технология на японском рынке была представлена моделью KEV-105-3, где в 1992 году получила награду «Лучшая импортированная акустическая система». В этом же году после выпуска последней партии мониторов лицензируемых BBC, компанию покупает GP Acoustic, член гонконгской Gold Peak Group. Производство бюджетных моделей перемещается в Китай. 14 марта 1995 года истощенный организм Раймонда Кука после длительной борьбы с осложнениями от череды инсультов не смог побороть пневмонию. До последнего дня он принимал участие в управлении компанией, записывая задания на диктофон. Под новым руководством КЭФ продолжает двигаться направлением, заданным ее основателем. Так в 2000-х годах для проектирования осваиваются новые программные продукты компьютерного моделирования. Результатом становится представленная в 2005 году технология повышения акустического сопротивления – ACE – позволяющая получить высокую производительность на низких частотах в малых корпусах. В 2010-х годах активно внедряются и развиваются беспроводные технологии. На седьмом десятке своего существования КЭФ продолжает занимать лидирующие позиции в области качественного звучания, подтверждая статус новатора запатентованными технологиями сдвоенного динамика Unicore и технологию подавления резонансов подкупольного пространства MAT. Такой оказалась насыщенная, богатая и еще не завершенная история компании. Ключевым моментом успеха можно назвать сочетание честности, порядочности, любви к музыке, восхищения своим делом, стремительное желание внедрять передовые технологии, жесткая трудовая дисциплина, личное присутствие на всех переговорах, и все это позволило молодому инженеру за короткий срок создать передовую компанию. Уже в следующий раз частично ознакомимся с конструкцией акустических систем 104 Reference, поскольку попала она к нам не совсем оригинальная.